Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действие, а потом задумываются о последствиях. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Эти люди равнодушны к интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Бог дал этим людям гораздо больше, чем они себе представляют. Их способности к анализу и предсказанию событий просто зашкаливают. К сожалению, они не умеют пользоваться этими качествами. Эти люди обладают рациональным, гибким, аналитическим складом ума. Они находятся в постоянном поиске новых знаний и истины. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.